Всем привет, дорогие друзья, у нас день. Короче говоря, Ваня с Мариной мне помогают. Убираем елку и складываем вот сюда в коробку. Я тут уже сняла с окна гирлянду и вот эту вот гирлянду с шариками, которая у нас в комнате висела, тоже уже сложила в коробочку. Хорошо, сейчас я уже сняла там. Еще осталось от этой елочки со снеговиками упаковать гирлянду. Сейчас ее упакую и уберем. Давай, давай, Ваня, убирай. Давайте я вам коробочку вот так вот на пол поставлю. И ложите сюда. И сейчас елочку сложим. Макушку, видите, всю помяли. Но потом ее... Сейчас все равно будем все это собирать. Так что вот так. Ванечка, собирай, собирай, давай. Куда ты подошел? Вот коробка. Не кидай так, аккуратно складывай. Аккуратно складывай. Я к Ванечке пошла помогать. Приношу извинения за шум. Тут у меня сыночек дрова носит, старший. Давайте, давайте, собирайте. Молодцы. А что тут трудного-то? Вот берете просто и снимаете. А что, рвать можно? Надо рвать. Зачем рвать? А на другой Новый год. Конечно, другой Новый год надо будет. Они просто здесь запутались. Мама, и все. А другой Новый год скоро? Вот, аккуратно складывать. Нет, не скоро. Вон тут как легко снимаются, а вы не можете снять их. Вот так надо выкладывать. Да. Давай, давай. Марин, так не кидай. Надо аккуратно ложить, а ты все кидаешь только. Давай, сыночка, давай. Ладно, будем убирать елку. Сейчас мне надо как-то аккуратно запаковать вот эти вот гирлянды. Это помните снеговики? Батарейка тут уже села, все, писец. Дети ее посадили уже полностью. Ну, вот такие вот снеговички у нас были. Надо вот в эту как-то аккуратно запаковать, чтобы они не запутались. И вот думаю, как. Потому что мы тогда их, когда купили, они так были... Запутаны, мы их еле распутали. Вот теперь думаю, как. Мама, сейчас как-то упакую и сложу. Сейчас помогу. Вот эту штуку выкидываем. Василиса ее всю разорвала. Хотя дети говорят, мама, оставь вот эту вот часть. Она же целая. Можно, говорит, будет где-нибудь взять ее и подвесить. Ну, я говорю, ну, что смеяться. Тут ее вешать-то, ну, по идее, можно оставить, если так дети хотят. Ну, а то, видите, она с этой стороны рваная. Ну ладно, посмотрим, оставлю, наверное, пускай будет у детей. Елка у нас в коробку не помещается. Мама, и вот не знаю, что делать. Сосульки Катя со Света придут, уберут. И на какую-то другую коробку длинную. Там. Вот так вот.
Ванечка, сядь, пожалуйста, на попу. Короче говоря, ребят, повесили мы с вами шторы. Просто я пытаюсь расходиться и что-то надо делать, надо порядок в дом приводить, потому что за все дни, что вот пока я болею, конечно, запустили дом. Никто ничего путем делать не хочет. Вот я что-то пытаюсь сделать. Так что вот такие вот дела. Все, красивые шторочки у нас теперь висят. Сложила белье, всю кучу такого белья сложила, это я постельное сложила и пледы, одеяло. Просто тут в основном все просто, потому что чаще меняем, чем все остальное, поэтому сейчас я чай попью, немного устала, силы, ребят, вообще нет, слабость ужасная, что-то немножко поделаешься и все, и сваливаешься, сил вообще никаких нету, поэтому сейчас чай попью. Так как есть, ничего не могу, аппетита вообще никого нет, желания никого есть. Я сегодня еще даже ничего не ела, а есть вообще не хочу. И будем дальше бельем заниматься.